Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео. В этом видео я хочу продолжить разбор моей аранжировочки песни группы «Король и Шут» «Прыгну со скалы». Вот я разобрал весь куплет, разобрал половину припева. Сейчас я сыграю до того места, до которого я дошел в разборах. Итак, куплет. Дальше у нас начинается припев. Первое предложение музыкальное, дальше второе. Вот до этого места мы с вами дошли. У нас здесь аккорд Е ми-мажор. Третьей струне остановились, и дальше идет третья часть в припеве. И когда об этом вдруг узнаешь ты, вот на эту строчку. Мы играем здесь аккорд до мажор, вторая на первом, четвертая на втором, пятая на третьем. И на этом аккорде мы играем одновременно пятую, четвертую, третью, вторую. Такой щипок. Пятая, четвертая, третья, вторая. Потом по очереди четвертая, третья, вторая. Потом пятая. И три раза вторая на первом ладу в аккорде до мажора. Потом опять щипок, пятая, четвертая, третья, вторая. И опять четвертая, третья, вторая по очереди. Потом пятая в конце. И когда бы... Еще раз так повторю медленно. На пятой остановились открытой. Еще раз так медленно. Щипок. Четвертая, третья, вторая, пятая. Вторая, вторая, вторая. Щипок. Четвертая, третья, вторая, пятая. Потом такой переходик. Вторая на первом, вторая на третьем. Первая открытая. Теперь все вместе. Идем дальше. Аккорд ЕМ, пятая, четвертая на втором. И играем щипок. Шестая, третья, вторая, первая. Потом третья, вторая, первая. Сначала щипок, шестая, третья, вторая, первая. Потом третья, вторая, первая. Потом шестая. Потом вторая на третьем. На первом открытая. Повторяю. Потом шестая, четвертая, третья, вторая. Третья, четвертая. И в конце третья. Ну и теперь вместе все сыграем вот это, вот эту часть. Thank you.
конце третье, четвертое, третье. Еще повторим. Шестая, третья, вторая, первая, третья, вторая, первая. Потом вторая на третьем, на первом, открытая. Потом шестая. Четвертая, третья, вторая. Третья, четвертая, третья. Еще повторю. Шестая, четвертая, третья, вторая. Третья, четвертая, третья. Ну и можно повторить, значит, с самого начала эту часть. И вторая еще здесь в конце. Или со второй мы начинаем дальше. Вторая открытая. Аккорд фа мажор, F, баре на первом, третье на втором, пятое, четвертое на третьем. И здесь мы играем шестая, четвертая, третья, вторая. Потом четвертая, третья. И потом четвертая, третья, вторая. То есть здесь одни щипки. Потом шестая, четвертая, третья, вторая по очереди. Еще раз так медленно. Дальше мы зажимаем вторую на первом, третью на втором. Играем вместе с четвертой открытой два раза одновременно. Четвертая, третья, вторая. Четвертая, третья, вторая одновременно. Потом аккорд Е7. Либо просто третья на первом, вторая на третьем. Играем вместе с шестой открытой. Шестая, третья, вторая. Щипок. Шестая, третья, вторая. И два раза третья на втором. Лучше, конечно, с третью сыграть один раз, потому что следующая третья на втором, это у нас уже будет проигрыш. Вот. То есть они как бы наслаиваются. Ну и теперь еще разок все повторю, всю эту часть. Значит, припев у нас состоит, по-моему, из трех частей. Первая часть. Ну или можно отделить, вот это будет четвертое на аккорде F. Два раза третье в конце. Один раз. И дальше проигрыш. Еще разок. Вот мы, в общем-то, весь припев с вами и разобрали. Сыграю его медленно. На этом закончим. На этом все. Главное, конечно, не запутаться. Вот. Но если вы что-то добавите в аккомпанементе свое, аккомпанементом я называю это то, что мы вместе с мелодией играем какие-то струны. Вот. Я думаю, это не будет ошибкой. Вот. Мелодия здесь.
главная мелодия. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, и у вас всегда и все получится.